Еще более комфортнее и безопаснее. В экологическом парке возводят новые объекты. На территории строят лыжную базу, эстакаду и реконструируют пункт проката. Как продвигаются работы, проинспектировал глава города Сергей Берников. В экологическом парке побывала и наша съемочная группа. Экологический парк давно пользуется популярностью среди горожан. Активно проводить время здесь можно круглый год. Зимой отдыхающих ждут приятные изменения. Одно из них – строительство новой лыжной базы для воспитанников детских спортивных школ. В купольном комплексе появятся раздевалки, комната для хранения лыж, холл, душевые, санузлы, тренерская – все для комфортного пребывания будущих чемпионов. Идея, в принципе, у нас была уже давно. Дети, которые занимаются в лыжной секции спортивной школы номер 6, они всегда базировались в пункте проката коньков. Там было тесно им, у них комнатка была небольшая, там 5 квадратных метров, и зачастую там не все помещались. Плюс это было неудобство просто посетителям парка, которые приходили на коньках покататься, тут лыжники с лыжами ходят. Ну и поэтому вот все-таки идея такая возникла, у нас надо для них отдельно сделать помещение. Строительство близится к завершению. Ход работы оценил глава города. Сергею Берникову провели экскурсию по новому объекту и рассказали, что где будет располагаться. Здесь административное здание, то есть тренерское. Еще один объект – эстакада на лыжероллерной трассе. На месте старой возводят новую. Так будет красиво, комфортно и безопасно. Лыжники будут проезжать теперь поверху, пешеходы будут и проходить по низу. Там будет у нас два пешеходных прохода, один технический будет проезд. Это для ретрака, для спецтехники, ну и для любой другой уборочной техники. То есть будет большой технический проезд. Длина этой трассы будет составлять 135 метров, высота 3,5 метра. То есть ну вот такой будет затяжной, затяжной подъем будет. И для лыжников рельеф новый добавится, ну и пешеходам, в принципе, будет безопасно это. Уже этой зимой преобразится пункт проката. Он станет в два раза больше. Помимо просторного холла и удобных раздевалок, здесь появятся туалеты и душевые. По традиции, к новому сезону обновят спортивный инвентарь. Вопросы, связанные с расширением пункта проката, тоже у нас назрели давно. Огромное количество людей сюда приходит отдыхать. И, конечно же, целесообразно там не всем иметь инвентарь. Гораздо проще его порой взять здесь на некоторый период времени. Тоже мы это все решим. Я, вот, честно говоря, удовлетворен, в общем-то. Я думаю, что, конечно же, в сроки должны все подрядчики уложиться. Вот весь тот объем работ, который мы для себя поставили задачу, я думаю, что он однозначно будет выполнен. Ну и самое главное, что действительно вот делаются те проекты, реализуются, которые вот действительно нам с вами нужны. Все три объекта должны быть готовы к середине осени. Юлия Черешнева, Ольга Аникина, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.